чем измерить Сочи. Чайка за кормою, синий широкой. Я измерю Сочи шорохом прибоя. Я измерю Сочи красотой. Чем измерить Сочи? Может быть горами, может быть ветрами, может быть горой. Я измерю Сочи лыжи и сигарами. Я измерю Сочи красотой. Уеду я в Сочи, уеду. И там между морем и небом смешными покажутся беды. Это 16-й фестиваль международный у самого Черного моря. И я хочу отметить, что постоянно члены жюри очень компетентные специалисты. Это профессионалы своего дела, которые любят творчество, любят искусство, любят людей, которые занимаются искусством и всей своей деятельностью продвигают культуру нашей России и искусство. Каждое лето в течение 10 фестивальных смен в июне, июле и августе каждый творческий коллектив может выбрать удобное для себя время, чтобы принять участие в конкурсе. Очень большая география коллективов приезжает на фестиваль у самого Черного моря. Из разных городов, из разных стран. Всегда коллективы хорошего уровня, хорошие номера, хорошие костюмы. Очень приятно всегда смотреть на эти коллективы. К нам на конкурс приезжают участники не только из регионов Российской Федерации, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Украина, Узбекистан, Казахстан – частые наши участники фестиваля. В этом году география участников расширилась. К нам приехал коллектив из Донецкой Народной Республики, очень интересный творческий коллектив, который занял гран-при в нашем конкурсе. Конкурс набирает силы, он становится известным, и показательно то, что у нас в качестве членов жюри уже были из зарубежья члены жюри. В августе мы ожидаем большую творческую делегацию из Китая. Также каждый год к нам приезжают наши постоянные друзья из Америки. Конкурсы полезны коллективам для того, чтобы они развивались, растанцовывались, показывали себя, смотрели на других, ну и, конечно, отдыхали. Оргкомитет предоставляет богатую экскурсионную программу по городу Сочи. Ну и, конечно же, у конкурсантов есть время, чтобы посетить море, отдохнуть, набраться сил для нового творческого сезона. Уважаемые творческие коллективы, приглашаем вас принять участие в международном конкурсе у самого Черного моря. Тебя поет.